Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вас видеть в стенах нашей усадьбы. Хорошо добрались? Отлично. Ну что ж, я вам немножко расскажу о нашем удивительном усадебном доме, и даже я приготовила для вас некоторые сюрпризы. Мы сейчас с вами находимся в центральном зале, это самый большой зал усадьбы. Высота потолков здесь 5,5 метров, и здесь действительно и 100 лет назад, и сейчас, слава богу, звучит музыка. Вы могли слышать рояль начала 20 века мастера Шрёдера Санкт-Петербург, это вот 1900-е годы. И сейчас этот зал у нас используется как выставочный, вы можете видеть картины, изображающие нашу местность. Это два очень интересных художника московских, Олег Симоненко и Дмитрий Веселов. Ну что ж, я думаю, что нам стоит пройти в следующий зал. Да, атмосфера уже заряжает. Наш усадебный дом строился в конце 18-го, начале 19 века на средства промышленника, мецената, екатеринского вельможи Ивана Лазаревича Лазарева. Но, конечно, дом неоднократно менял своих владельцев, и вот во второй половине XIX века его покупает семья Залогиных. И благодаря Залогинам мы многое знаем о жизни усадьбы именно в конце XIX, начале XX века, потому что семье удалось сохранить фотографии. Интересно, что усадебный дом полностью деревянный. Вот даже не все верят, когда приезжают переспрашивать, неужели весь дом построен из дерева. Да, он весь построен из дерева, из сосновых бревен. Но за 200 лет эти бревна превратились практически в камень. Фриановская усадьба специалистами считается, что очень высокая степень сохранности, аутентичности, скажем так. Но семья Залогиных проживала здесь, в усадьбе, в летний период, приезжали на зимние каникулы. Глава семейства Георгий Васильевич Залогин, он занимался прежде всего делами фабрики, а его супруга Софья Ефимовна вместе с сестрой и по совместительству супругой управляющего фабрикой Лидии Васильевной Ставровской, они занимались домом, занимались семьей, занимались хозяйством. Ну и, конечно, как хорошие хозяйки, в праздничные дни они накрывали вот такой вот стол. Вот здесь вы можете увидеть у нас обеденный стол с сервизом столовым, с множеством предметов. Вот как вы думаете, вы сможете угадать, для какого блюда, для какого кушанья какая посуда предназначалась? Я точно один прибор знаю. Так, давайте. Это вот рыбная тарелка. Рыбная тарелка. Вот рыбную тарелку все знают, да? Такая длинная, продолговатая. Сразу на ней представляешь, да, какую-нибудь такую экзотическую рыбу. Но вот этот вот предмет, я думаю, тоже... Супница. Супница. Да. Супница. Кто из вас пользуется супницей? Признавайтесь. Я пользуюсь. Подаете суп прям из супницы? Из супницы. А почему нужно? Да. Делать так, ну, не из кастрюли же вы будете подавать. Где-то там. Смотрите, когда стол сервируется, уже все блюда должны быть на столе, да, то есть не разлиты по тарелкам, но они должны быть на столе. Суп разливала по тарелкам хозяин и хозяйка. Ну, как вот в крестьянских семьях хлеб, да, обязательно глава семейства должен вот разрезать хлеб, каждому дать по куску. Ну, хорошо, супница с рыбой мы разобрались, а что еще? Что мы с вами будем еще кушать на обед? Для какого-нибудь тоже горячего. Для горячего, да. Это уже вторая перемена блюд. Действительно, это для мяса, как правило, для какой-то горячей закуски. Смотрите, у вас хорошо получается. Салатница. Да что вы, как вы догадались, правильно. Это салатник для салатов, для различных винегретов. Так, ну что, мы почти совсем справились, осталось совсем немножко. Да? Что там икорница стоит, нет? Вот там. Икорница, вы имеете в виду барашка? Не совсем так. Нет. Это не икорница. Это масленка. Масленка. Это масленка, это для сливочного масла. Но вот этот предмет, я думаю, соусник, конечно. Мне кажется, вот, пожалуй, соусник, то, что вот осталось, да, это мы можем увидеть и в ресторане, если что-то мы заказываем, да, нам обязательно соус принесут в соуснике. Ну что ж, у нас осталось совсем немного. Большая круглая тарелка. Ну это как плоская. Блюдо. Блюдо. Блюдо, да. Ну, наверное, можно для каких-то закусок или фруктов, действительно. Не совсем. Все-таки на больших круглых тарелках подавалось мясо. Если это мясо куском, да, то есть это для рыбы, это для мяса. Так, ну что же, еще одна тарелочка, тоже продолговатая.
как вы думаете, для чего? Остались какие-то овощи только. Ну, вот эта тарелка, она могла быть для овощей с мясом, да? Эта тарелочка использовалась для, например, пирожных. Десерт. Да, десерт. Можно было подать пирожные, либо тарталетки. Mm-hmm. То есть, ну, грубо говоря, для закусок. Ну что ж, мы прям с вами совсем-совсем все отгадали. Маленький вот такой вот. Может, какая-нибудь селедка? Вы почти угадали. Закуски, небольшие закуски, такие как сардинки, нарезка сыра, вот, для таких вот нарезочек. Ну, конечно же, тарелка, собственно, личная, скажем так, да. Но вот в нашем сервизе здесь у нас не хватает еще двух тарелок, которые, в общем-то, должны здесь быть. Ну, для первого блюда. Для первого блюда, да, глубокий. И десертное. И десертное, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Еще, конечно, десертная и глубокая тарелка должны присутствовать. Но вот, к сожалению, в нашем сервизе эти тарелки не сохранились. Видимо, они были самые ходовые, потому что этот сервиз начала 20 века, фирма Villeroy & Boch, он очень долго использовался в семье и вот совсем недавно обрел статус музейного экспоната. Ну что ж, вы большие молодцы. Я думаю, спасибо, что праздничный стол сервируете как надо. Спасибо большое. Очень интересно. Конечно, в 19 веке очень любили все зашифровывать. Например, вот язык веера, да, где каждый взмах, жест, он что-то обозначал. А также цветы составляли не просто так букет из цветов. Ну вот сейчас, кажется, да, у нас составляемый букет из цветов, но чтобы было красиво, чтобы цветы между собой сочетались. А в 19 веке еще и думали о тайном смысле, который несут за собой эти цветы. Я предлагаю вам сейчас ознакомиться с языком цветов. Присаживайтесь, пожалуйста. Интересно. Заодно вспомните, как писать пером. У меня есть здесь карточки с цветами. На обороте написано, что это за цветок, и номер обозначает часть фразы, да, то есть по порядку. Все эти у вас цветы, они должны идти по порядку, и в итоге у вас должна получиться фраза. А для того, чтобы у вас это получилось, я вам дам такую шпаргалочку «Язык цветов». Первая – глициния. Мы рады нашей встрече. Мы рады нашей встрече. Угу. Белая хризантема идет вторым номером. Вы наши друзья. Мы рады нашей встрече, вы наши друзья. То есть мы рады встрече с друзьями. Номер три – и это ирис. Наша дружба очень ценна. Четвертый – тюльпан. Желаем вам счастья. Так, сейчас нужно это все соединить, чтобы не забыть. Получается, что… мы рады нашей встрече, наша дружба очень ценна, мы желаем вам счастья, правильно? Ну давай мы теперь все эти цветы соединим в одну какую-нибудь хорошую фразу, чтобы получилось так, со смыслом. Нужно написать пером, ни разу этого не делала. Хорошая идея поздравить женщин с 8 марта на языке цветов. Вложить в букет такие растения, которые они потом могут расшифровать и узнать наш тайный смысл. Аня, ну что, как тебе понравилась экскурсия по усадьбе? Мне очень понравился сюрприз. Он удался на все 100%. Действительно, такое ощущение, что я попала в другую эпоху. Екатерина, спасибо вам большое за экскурсию. Было очень интересно. И, конечно, хотелось бы вернуться сюда, в усадьбу Фрянова, вновь. Ну что же, я очень рада, что вам понравилось. Вернуться к нам можно в любое время. Мы будем работать на праздники 6, и 7, и 8 марта. Так что ждем наших дорогих девушек, женщин и их спутников. Та экскурсия, которая у нас с вами сегодня была, такое небольшое погружение в эпоху, это доступно все и для наших обыкновенных посетителей. Можно заказать интерактивную экскурсию и так же, как и вы, сегодня поиграть и во флирт камней, и поразгадывать язык цветов, и пописать пером. Да, все это у нас есть. Так что мы ждем наших дорогих гостей и надеемся, что встретимся и с вами, может быть, вновь, да, приезжайте к нам летом. Летом у нас вообще замечательно. И обязательно мы с вами еще походим по усадьбе. Спасибо, очень интересно. Пожалуйста.